Естественно, на фоне мигрантской политики очень много роликов вышло о том, что Петр Толстой, как выражается, Миша Маваш и прочее. Вы знаете, в большинстве своих случаев большинство людей не хотят такого количества мигрантов видеть. Особенно в школах, они же приезжают работать. Дети тоже в школу работать приезжают, что ли? Их жены обмотанные, они все сидят на детских площадках. С утра до ночи они не работают. Они привозят сюда на пенсии, которые заработали наши мамы и бабушки, и прабабушки, привозят сюда своих пожилых людей, чтобы оформить сюда пенсию им. Потому что, ну, я вот читала последний раз, что в Таджикистане средний размер пенсии у стариков от 800 до 1000 рублей. Ролик называется «Таджикистан. Страна без мужчин». О, смотрите. И вот они пишут, что мы все нацисты. Армянин один пишет, вот я армянин, привез сюда всю семью и с годами убеждаюсь в том, что русские неблагодарны. Я говорю, ну 100 пудов, отсюда ты сам не уехал и семью свою в Армению назад не увез. Ногами в жиру стоишь и жалуешься. Ничего, сука, не ответил. Я хочу к тому, что вот вы сами нас просили на вас работать, кидали нас туда-сюда, во-первых. Этнические, таджики, узбеки, киргизы, 20 лет тому назад и сейчас какие приезжают, это две больших разницы, как говорят французы. А во-вторых, а вот как это происходило? Собянин приехал к тетке Шлак, упал на колени, сказал, блядь, мастурбеть без тебя, ну хана Москве, не встанет, плитку ложить некому. По этой плитке киргизу и таджику пиццу везти некому. Так что ли это было? Как ты узнал, что тебя звали в Москву? Что тебя звали ложить плитку, работать бесплатно на рабском труде, на галерах, на веслах сидеть? В чем проблема? Собираешься дальше, продолжаешь развивать свою просвещенную, культурную, образованную страну. Получать следующую Нобелевскую премию следующую свою. Какие проблемы? Я понимаю, тебе из профессорской дачи сняли, пока ты писал очередной трактат какой-то великий. Заставили плитку в Москве ложить. Прям просили на коленях. Не идете вы в скорой помощи за 6 лет платно учиться, чтобы потом за 70 тысяч там в Москве и за 40 где-то на периферии работать на скорой помощи сутками, так, чтобы зенки вот так повыкатывались. После 22 суток недосыпа. Не идете, говорю, вы учителями, где нужно 6 лет учиться, 5 лет учиться. Вы что-то не идете профессорские степени зарабатывать. Да, я бедный, зато гордый, образованный, и там, светоч науки. Вы за какие-то великие идеи вы не боретесь? Как же вас так просили-то? Потому что вот плитку ложить, вот у меня глухой сын, нигде не берут. Приезжает какой-то чел, который, мало того, нелегальный, мало того, русского языка не знает, мало того, он плитку первый раз в жизни видит, в отличие от моего сына. Его берут. И сейчас нет такого, чтобы кидали на зарплаты. И чтобы зарплата была там 5000 рублей за работу, которая стоит 150 тысяч. Нет сейчас такого. Но жалуются именно те, которые не 20 лет тому назад сюда приехали, а те, которые только-только приехали, им сразу не дали все. Вот сразу все не дали, сразу ногами в жир упасть не дали. Вот они вот жалуются. А люди, с которыми, с этническими вот этими, азербайджанцы у нас есть, тетя Телли, так, дядя Фатох, пожалуйста, таджики, Марат, таксист у нас много лет работает, он из Узбекистана. Нормальные люди. Они просто сразу живут по законам и соблюдали все правила жизни. Причем у дяди Фатоха вот 8 детей, да? У него только 2 здесь. Остальные все на родине, учителями работают. Дочь у него учителем работает. Один работает ассенизатором. Третий строителем. Говорит, везде есть работа, если хочешь работать. Да, говорит, у нас бедная страна. И он не стесняется этого. У нас бедная страна. У нас, говорит, правительство только под себя гребет. Вот под себя вот так вот окопалось и все. Слава богу, что есть куда уехать, где жить и работать. Просто нужно соблюдать правила. Все очень просто. Просто соблюдаешь закон. Все очень просто. И эти люди сидят
в России работают, зарабатывают деньги, притаскивают сюда семьи, обеспечивают их и говорят, что русские нацисты. И не съебывают. Это вот жалобщики. Я их называю, у меня даже ролик есть, жалобщик обыкновенный. Они всю жизнь всех винят. У них виноваты все. У них плохие все. Но не уходят. К работодателю прицепится, он его всему научит, за счет него зарабатывает, ноет, но сам не уходит, не увольняется. Чтобы от него избавиться, нужно его прям кинуть, прям вот надо жестко кинуть, прям вот надо жестко обрубить. И он дальше будет ходить жаловаться. Но сам он не уйдет никогда. И вот под этими видеороликами русской общины, Миша Маваши, этого... Под этими хиджабами, под всеми. Везде вот эти жалобщики сидят, которые сидят в России, живут за счет России, которых никто не звал, никто к вам, Собянин к вам на колени не падал, не просил вас приезжать. И сидят, жалуются и называют русских нацистами. В чем проблема? Двери открыты. Никто вас не держит. Валяйте. Баб с воздуха кобыле легче. Поверьте, начнут наши мамаши наконец-то своих детей выпинывать. Не обучать их за бешеные деньги в институтах, а потом, ой, ну как это он пойдет на работу? Ну, только за 25 тысяч, у него же опыта нету. Ну ладно, пускай пока живет. А начнут их на улицу выгонять, работать. То, чего вы не сделали или переделали. Не переживайте. Вы что за нашу страну переживаете, что у нас некому будет работать? Вы за свою переживаете? За свою переживаете. А то уж прям философы развелись. Сидят и рассуждают, как Россия без них погибнет. Господи! А ваши, говорят, отцы и деды вместе с нами воевали. С киргизами и таджиками. А что, говорю, они все позабывали в 90-е годы, что вместе воевали, когда русских резали на улице и выгоняли. А что про это вот не сказал? Все половиночками, все вырвано из-под текста. Что, какие хитрожопые-то? Хитрость, между прочим, интеллект животных. И когда ты смотришь на животное, которое хитрит, сразу видно, что оно хитрит. И знаешь, где его поймать. Так что вы знаете, качайте мозг.